Клинцовской епархии прошло сразу два крупных мероприятия – пасхальный фестиваль воскресных школ и фестиваль единоборств на Кубок епархии. На их открытии юных участников приветствовал и благословил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. Множество творческих ребят собралось в гостеприимном зале Центра культуры и досуга «Современник» города Клинцы, чтобы порадовать своим выступлением зрителей, исполнив различные музыкальные произведения, посвященные светлому празднику Пасхи. Вы подготовили к Пасхе праздничное выступление. И я очень радуюсь, что такое творчество, оно у нас из года в год продолжается и развивается. Пасхальный фестиваль воскресных школ объявляю открытым. В этом году свое мастерство на фестивале представили 9 коллективов воскресных школ епархии. По словам педагогов, среди прочих детских мероприятий для них фестиваль является важнейшей точкой церковного года. Именно он подводит итоги работы с юными христианами. Пасхальный фестиваль способствует творческому развитию детей и подростков, их духовному и нравственному воспитанию, а также распространению Божьего Слова и пониманию его важной роли в жизни каждого человека. Сердечно хочется поблагодарить всех организаторов фестиваля за такой душевный, теплый и радостный праздник. Также в эти дни в физкультурно-оздоровительном комплексе «Солнечный» по доброй традиции прошел фестиваль единоборств на Кубок Клинцовской епархии, объединивший более 300 спортсменов из разных уголков региона. И на нашем фестивале нет проигравших. Вы все выигрываете. Выигрываете прежде всего в дружбе и в любви к своей стране. С показательными выступлениями выступили представители различных видов спортивных единоборств. Юные участники соревновались в нескольких видах борьбы – каратэ-до, ашихара-каратэ и самбо. С каждым годом возрастает число участников. Если в первый раз у нас было 150 человек, второй кубок у нас был 250 человек, а в этом году у нас 350 участников. Для меня это третье соревнование. Я с уверенностью могу сказать, что православие и спорт совместимы. Это очень хорошо, когда на такие соревнования приезжают большое количество участников. Есть чему поучиться, продемонстрировать им свой опыт. Вот. Хочу большое спасибо сказать нашим духовным наставникам за их наставление, за их благословение. По итогам соревнований спортсменам были вручены кубки, медали и почетные грамоты. Важным результатом проведения фестиваля является то, что ежегодно после его проведения отмечается резкий рост интереса молодежи к занятиям спортом.